Ну и тем самым, может быть, это было даже и увереннее. Нет, и это да, это иногда так заменять, потому что я тоже так иногда делал, когда у меня мимо получалось. Так, Лада Уразова у нас на брусье вот сейчас. Ту-ту-ту-ту, что мне сказала, из брусья очень, ну, достаточно хорошая. Она вот высокая. Вот почему, как бы, с одной стороны, хорошо, когда человек высокий. Те же перелеты, шапка, это вот, который с нижней на верхнюю, пак, ну, спокойно, без всякого напряжения. Просто перелетаешь, как вот отче наш. Ну и амплитуда тоже, она, безусловно, да, и она конечно, красиво присутствует. Смотрится. И выглядит это все намного симпатичнее. Вот, ой, отлично, помните. Владислава, шикарно выступает. У Владислава, да, есть один плюс, что у нее, вот я заметила, у нее мимика лица не меняется, она, знаете, как выходит, как на праздник. Подготовлена психологически.